Слышим хруст в лесу у норки. Заяц кушает морковку. У него ведь столько дел. Прыгать, бегать он хотел. Должен зайчик подкрепиться, одной морковкой угоститься. Давай соберем кусочки пазла так, чтобы получилась одна морковь. Под дубочком свинка рыщет, желуди на завтрак ищет. Сколько желудей найдет, сколько штучек подберет. Давай соберем два желудя и посчитаем их. Два. Кто пустил козу на грядки? Кто устроил неполадки? Давай грядки мы польем и капусту Один. Два. Три. На пруду в этот обед комариный пел квартет. Громко так они пищали, что лягушку напугали. Предпочла уплыть подальше от такой певучей фальши. Один, так, четыре комара пропищали до утра. Три. Давай поймаем четыре комара. Четыре. И посчитаем их. Рыжий лис цыплят считает, хитро лапки потирает. Прячьте и желтые комочки, залезайте под листочки. Пять цыплят должны найти, от злодея их спасти. Давай найдем Два. Пять цыплят и посчитаем Три. Их. Четыре. Пять. Вот на дереве сова, говорит она слова. Мышки спрятались в саду, все равно я их найду. Их по счету ровно шесть, столько мне Два. Вообще не съесть. Стану лучше Три. Есть морковку, чтобы не Четыре. Было неловко. Пять. Давай найдем шесть мышат и посчитаем их. Шесть. Ёжик в сад пошел гулять, груши будет собирать. Бабочку там повстречал и расстроенно сказал: «Научи Один. Меня считать, буду цифры повторять. Нужно семь мне груш найти, больше не смогу Два. Нести». Давай найдем семь груш Три. И научим ёжика считать до семи. Четыре. Пять. Шесть. Семь. На поляне под кустом у енота Один. Стоит дом. Два. Яблоки перед едой. Моет Три. Ключевой водой. Чистит лапки, хмурит Четыре. Носик. Яблочек должно Пять. Быть восемь. Шесть. Давай найдем восемь яблок и посчитаем их. Ждет пингвин к себе гостей. Один. Накормить нужно друзей. У них рыбная Два. Диета. Девять штучек для обеда. Мы поймаем пингвиненку. Три.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Хотел Мишка мед достать, начал пчелок разгонять. 10 штук за ним летели, укусить его хотели. Мог бы Мишка попросить медом сладким угостить. Давай поймаем 10 пчел. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.